Это баллон непотопляемости для мотобуксировщиков. Служит для того, чтобы на ненадежном льду ваша мотособачка не нырнула под лед. Сделан из прочной ПВХ ткани. Рама, которая крепится к раме мотобуксировщика, сделана из специальной водостойкой фанеры. Почему из фанеры? Потому что не хочется увеличивать удельный вес изделия. Для этого потребуется тогда еще сильнее увеличивать объем баллона. Объем баллона такой, чтобы держать на плаву тяжелые мотобуксировщики более 100 кг весом. Для мотобуксировщиков малого размера с 380 гусеницей и весом приблизительно 65-85 килограммов будут делаться баллоны меньшего размера. Таких баллонов для мотособаки нужно 2. Крепятся, соответственно, с левого и с правого борта. Баллоны могут быть извлечены из рамы. Для более удобной перевозки. И также легко в эту раму вставлено.